Sangsar Sindhuttarane Hidayanjadi Sad Sankirtanam Ritarase Ramate Manoschet Premam Budho Viharane Jadichitta Piti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Sangsar Sindhu Uttarane Hidayam Jadi Sad Sankirtanam Ritarase Ramate Manoschet Premam Budho Viharane Jadichitta Piti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Gaudiya Goshtipati Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад Джагадгуру сказал Гаура ки васту одна статья которую написал Прабхупад Gauru ki vastu. What an excellent object Gauranga Mahaprabhu is. Насколько удивительный, совершенный объект поклонения Гауранга Махапрабху. Наш Гуру Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад написал одну статью под названием Гауру ки васту. Absolute truth. Абсолютная истина. Парататва парамихо. Парататва. На Кришнат Чайтаньят Джагати. На Кришнат Чайтаньят Джагати Парататва парамихо. Ишвараха Парама Кришна. Ишвараха Парама Кришна. Сачидананда Виграха Анади Ради Говинда. Сарва Карана Каранам. Same thing applicable, same siddhanta applicable. Та же самая сиддханта. For Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Та же самая философия применима к Чайтанье Махапрабху. Кришна Свайам Руб Бхагаван. And Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu also Свайам Руб Бхагаван. Также является Свайам Руб Бхагаваном. All from Golok Dham. They are from original. Все они изначально произошли из Голок Дхамы. То есть они происходят от Голока Дхамы. Сила Сачидананда Бхактивинода Тхакур. То есть их изначальное место. Was the first person to explain Gauru philosophy, Gauru darshan. Первый, кто объяснил философию Гаудию. Today we have the scope to know so many things about Gauranga Mahaprabhu only. Прослушала. Кто это был? Сегодня у нас есть благодаря Бхактивинода Такуру и Прабхупаде, сегодня у нас есть все это знание. То, о чем мы говорим, очень серьезно, это серьезная тема. Если мы не можем погрузиться в глубокую медитацию, мы должны погрузиться в глубокую медитацию, в противном случае мы не сможем осознать все эти темы, все то, о чем мы говорим. Прежде всего, я хочу напомнить вам, что Шрила Сачидананда о том, что сказал Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур, о том, что Нилачала Кшетра — это самое возвышенное место разлуки. То есть Джаганата Пури Дхама, Нилачала Дхама — это самое возвышенное место, где вы можете почувствовать разлуку. Випраламба бхавир сарвасрешта кхетро Нилачал Дхам. Now question can come, why? И из этого вытекает вопрос, почему же это так? Мы знаем, что Радха Говинда Виласа совершает свои лилы во Вриндаване. Все писания говорят нам о том, что Вриндаван — это самое возвышенное место разлуки. Но почему же Бхактивинода Такур говорит, что это Джаганата Пури Дхама? Бхактивинода Такур является седьмым госвами, поэтому он не может сказать неправду. Он не может сказать ничего ложного. Бхактивинода Такур объясняет, что причина этого заключается в том, что Нилачала Дхама
когда у нас появляется возможность осознать, что есть Випраламба Бхава Гауранги Махапрабху, что есть его настроение разлуки, мы знаем, что Радхарани и Говинда вместе в объединенной форме — это сам Гауранга. Это хорошо нам известно. И также в своих обсуждениях по Джива-таттве я говорил о том, что Ачинтья-бхеда-таттва очень, она совершенна. Совершенная таттва. Если вы разовьете какую-то ученость, если вы будете очень на таком шастре, все равно вы не сможете этого понять, потому что Ачинтья-бхеда-таттва — это то, что за пределами человеческого сознания, за пределами представления. Это примерно то, что мы можем представить себе. Только лишь Ачинтья-бхеда-таттва. То есть Ачинтья — это значит то, что мы не можем познать, осознать, постичь, представить себе. Но также я говорил, что, несмотря на то, что это за пределами человеческого сознания, человеческого разума, но на самом деле многое за пределами человеческого разума. Мы не можем себе представить то, что мы не можем видеть. Мы не можем постичь то, что мы не можем видеть. Но в чем же особенность Ачинтья-бхеда-таттвы? Я уже говорила о том, что самая главная суть это Ачинтья-бхеда-таттва, что она находится на другом уровне. То есть, когда мы... What is the enjoyment? Что такое наслаждение? Какое наслаждение получает мать, целуя своего ребенка? Философы могут описать это разными способами, но подлинное ощущение этой матери они не смогут передать. Наука также может объяснить это. То есть, если с точки зрения науки, это тоже можно объяснить, что такой поцелуй, который совершает мать, то есть целует своего ребенка, то есть там соприкосновение одной ткани. То есть матери с ребенком, но тем не менее, этот любовный поцелуй матери обладает более глубоким значением. И никакие философы, никакая наука не сможет постичь этого. Только лишь подлинная мать может понять, что испытывает другая мать, то есть что испытывает мать целого ребенка. Поэтому существует другая платформа, платформа абсолютной любви, и она — это абсолютно другая платформа. Когда я был маленьким мальчиком в школе, возможно, в 11 классе я учился, юным человеком, есть книга «Home they brought her while you are dead». One woman, her husband working in military. Одна женщина. Ее это была одна женщина. У нее был муж военный. In course of fighting, he was dead. На войне он погиб. And home they brought her where you're dead. And in the dead body of that warrior, being carried by all young Japan. Being carried by all young Japan. Being carried by all young Japan. And one small boy. Принесли на своих плечах. Я был маленький мальчик. Он ничего не знал о смерти, не понимал, что есть смерть. Он стал наблюдать всю эту сцену. Somebody coming by. Не видел. Somebody is being carried by. Что? Some Jawan. Jawan means military man. А, нет, какие-то военные, военные несут на себе что-то. И мальчик,
стал смотреть, он стал разглядывать, увидел, что там папа, папа спит. И он стал отдавать ему честь, как бы как руку к виску поднес, потому что он был приучен к этому будущему сыном военного. Но то, что испытывал мать, никто не может передать ее чувства. Никакая философия не сможет описать ее переживания. Что, возможно, они несколько лет назад всего лишь поженились, и он уже умер. Что может чувствовать жена в таком случае? Камень ее. Ее сердце превратилось в камень, то есть как будто бы, имеется в виду, закаменело, как будто бы ее пронзил ток. И, возможно, в скором времени все эти переживания она может умереть. И если кто-то сейчас говорят, что если в такой момент человек не плачет, то это очень опасно, потому что может сердце не выдерживает, инфаркт может произойти. Если ты плачешь, то у тебя эмоции выходят, и как бы это все освобождается, все переживания. А когда не плачешь, то это как атомная бомба, то есть все внутри сосредоточено. И старшая женщина, возможно, мать этой девушки, этой жены, она была очень разумная, она взяла ребенка маленького, и она поместила. То есть эта женщина, она не плакала, и в этом была опасность. Но ее мать, или какая-то старшая женщина, которая находилась в поле нее, она взяла маленького мальчика и поместила и посадила на колени этой женщины. Как только она это сделала, немедленно она начала плакать. То есть эмоции вышли из нее. То есть потому что мальчик пробудил в ней чувства. Итак, философия может... Каждый может писать философские какие-то измышления, но мы хотим войти в такой уровень общества гаудиев, которые не могут достичь даже полубоги. Возможно, Шанкар Бхагаван может, потому что он лучше из Вайшнава. Но никто, кроме него. Шанкар Бхагаван говорит Парвати. Навадвипа — это то же самое Вриндаван, но у нас нет осознания этого. Мы не понимаем, что это одно и то же. Мы не понимаем, где мы живем. Если же мы будем с полным ощущением осознания, мы этого жить здесь, если мы, или также если мы будем принимать прасад с осознанием того, что это полный прасад, мы получим полноценный результат, даже если принимаем омовение в Ганге. Как говорится, рыбы в Ганге плавают, так значит, они тоже должны получить результаты принятия омовения в Ганге. Нет, суть в том, что мы должны совершать все эти действия с полным осознанием, с полным чувством того, что мы совершаем. Итак, Вайшнава, это Шамбу, то есть Шивджи, он обладает полным осознанием всех этих процессов, всех процессов предназначения. Он очень близок к Верховному Господу. Сейчас я вынужден сказать о том, что великие, очень продвинутые философы и профессор, они не могут достичь такой платформы. То есть они могут сказать, что я могу, но нет им входа на эту духовную платформу, потому что Майя Деви даст им пинок, как только они попытаются взойти на нее.
Все это как бы ложное, все эти их знания, все деньги, которыми бы они не обладали. То есть можете толкать возвышенные речи, но будьте уверены, что абсолютная истина, абсолютная, она не под чьим контролем, никто не может ее контролировать. Самое же поразительное в том, что абсолютная истина, абсолютная, абсолютная истина, что она не может быть никем контролируема, но тем не менее она под контролем преданных. Это самое поразительное. Из Бхагаватам мы знаем, там сказано, Шарат, что означает, никто не может обрести контроль над этим. In Bhagavatam, same, that absolute truth. Bhagavan Sri Krishna speak, absolute object, is speaking. Aham Bhakta Paradhinam, what is that? Суть в том, что в разных местах сказаны противоречивые вещи. Где-то говорят, что под контролем, а где-то не под контролем. Но все это балансируется при помощи вышесказанного. То есть в математике, если вы знаете математику, что вы знаете, что два противоречивых момента не могут как бы присутствовать в одном и том же месте. Существовать вместе. И также, что касаемо Кришны, Кришна Сиддханты, это самое поразительное, что очень поразительно, что все противоречивые вещи полностью гармонизированы между собой. Юктавайрагья. То есть нет английского слова и русского слова, которое могло бы перевести Юктавайрагья. Это термин. Прабхупада говорит, все ваше образование, деньги, чем бы вы ни обладали, все это. Может быть гармонизировано лишь с помощью, наверное, задействована в Гуру Севе. Если вы можете это сделать, значит, вы принадлежите Гаудия Матху. В противном случае нет. Гаудия преданная — это означает быть готовым отдать жизнь ради Гауранги. Люди могут желать убить нас за то, что мы говорим, если мы говорим правду. Мы говорим истину. То есть, но в любом случае, мы должны менять свою сиддханту. Полубоги могут, говорится о полубогах, они могут знать, а могут и не знать. Шримад Бхагаватам сказал, ученые, то есть ученые, то есть образованные ученые задают вопросы. То есть встал вопрос, знает Вьяса или не знает то, о чем он написал. Ну, это странный вопрос, потому что он сам написал в Шримад Бхагаватам, как можно, как может быть, как-то может быть обратно. То есть как можно знать. Например, тому следующее. Допустим, вы что-то готовите для Бхагавана. То есть вы очень экспертный в этом. Вы очень продвинутый повар, и вы готовите для Бхагавана. Когда приготовления завершены и предложены, и преданные начинают кушать и говорят, о, как вкусно. Если вы спросите у них, кто готовил, а спросите у повара, ну что, как тебе вкус? Как тебе нравится? А он скажет, я не знаю, я же еще не принимал просад. Возможно, он все это сделал сам. Возможно, он все это как бы сам создал. Но он не знает, пока он не попробует этого. И также Вьясадева, он сам Кришна, Шакти Вишабата. А Ашукадеви Госвами написано следующее. Шуко, Шукдев Госвами, Шукадева Госвами Кришна пришел как
То есть Кришна приходит в форме Шакьямуни Госвами. В Бхагаватам сказано, что это не какое-то литературное писание, это не книга, это сам Кришна. Но Джива Госвами пишет Кришна Париварта. То есть это сам Кришна, но Кришна, который превратился в Апракрита Шабда Брамана. Бхагавата Махапурана — это Шабда Браман. И Кришна предстает перед нами в форме Шабда Брамана. Гауранга Махапрабху и Нитянанда, оба они воплощение Санкиртаны. Мы знаем, что Гаура-лила вместе с Нитянанда-лилой, которые описаны в Вриндаван-дас-такуре. То есть я хочу сосредоточиться на этих вопросах. То есть это настолько огромная глава в нашей философии, что мне очень сложно просто прикоснуться к ней. Бхактивинода Тхакур говорит, что Нилачала Дхама, Пурушоттама Дхама — самое возвышенное место Випраламха Бхавы, Випраламха Кшетра. Кто-то может сомневаться в этом, но мы не должны. Мы знаем, что в Двапара-юге Радха и Говинда пришли в этот мир. Но Гауранга Махапрабху пришел сюда всего 500 лет назад, совсем близко по временам близко к нам. Чем больше мы изучаем историю, философию, мы можем составить себе какую-то философскую концепцию, которая не совсем правильна. Но Гауранга Махапрабху, все последователи Гауранги Махапрабху представляют нам философию. Каждый объясняет нам философию. Такие его близкие спутники, как Джива Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, все они, много-много спутников, каждый свои чувства, ощущения описывает своим собственным способом. Потому что ощущение Господа настолько многогранно, то есть каждый это ощущает по-своему. Как, например, если бриллиант, посмотрим на него, кто-то, он так переливается, что каждый видит его, в нем свои цвета. Если я со своей стороны посмотрю, я вижу, что он зеленый, она посмотрит с другой стороны, со своей будет красный, потому что там много преломления света, из-за этого каждый видит его. Цветом, каждый свой цвет видит в нем. Как вы помните, в случае с Бхагаваном, когда он играл на сцене, где Кришна сражался с Кришной Баламой, с каким-то могущественным борцом, они там сражались, и также на этой сцене борьбы, каждый видел, кто присутствовал, но каждый видел его своим собственным способом. Камса боялся его, смотрел со страхом. Те, кто готовы были сразиться с Кришной, они думали, это же Сакшат Ямараш. Это же Ямараш перед ними. Нанда Баба и Ешода видели его как своего маленького сыночка. А те, кто были старенькими, они смотрели на него, вот такой маленький мальчик, думали они, я могу его обнять, поцеловать. Такой бессердечный Камса, он заставил его сражаться с этим огромным борцом. Камса бессердечен, они же маленький мальчик, у них такие мягкие, он же мягкий, маленький мальчик, такой мягкое тело у Кришны. И также юные девушки смотрели на него, это же наш герой предстал перед нами, настолько он прекрасен. Настолько красивый, привлекательный. Таким образом, каждый видел со своей точки зрения Кришну. И у нас, также то есть бесконечное количество рас существует. Кришна полон бесконечного разнообразия. И в то же самое время он самодостаточен, у него нет недостатка ни в чем. Возможно, у нас есть недостаток чего-то, но Кришна
панацеей. Почему же Кришна хочет, чтобы преданные к Нему пришли? Почему Он жаждет встречи с Своими преданными? Он же самодостаточен. Вот это самое главное. Это самый главный момент, что Кришна постоянно полон, переполнен игривого настроения. Я знаю, что бесконечные дживатмы повсюду играют с Кришной в бесконечных вселенных. Тогда зачем им еще новые преданные? Вы так полно того, с кем играть. Но Кришна хочет новых и новых преданных. Он хочет испытывать вкус общения с новыми и новыми преданными, потому что с каждым преданным у него свой вкус общения. Взаимообмена. Maybe they are all, both of them, they are doing bhajan of same Paratattva, Brahma, Parabrahma. But the angle of vision кто-то может совершать одно и то же садхану, насколько я сейчас понимаю, но угол их видения будет разным. То есть то, что они будут видеть, воспринимать, ощущать, будет разным. Как я уже сказал, из Брихат Бхагаватамриты, Санатана Госвами, different kind of stage of bhakti. Там представляются разные уровни бхакти, разные вкусы в бхакти, преданность. Те, кто испытывает бхакти, как, например, Савари Рамачандра, у них был взаимообмен бхакти с одним способом, с Купджей Кришна совершал другой взаимообмен. То есть по-разному. Много-много я уже обсуждал, это сейчас не время будем возвращаться. То есть суть в том, что бхакти-патра, то есть емкость, сосуд преданности. Патра — это означает сосуд, куда преданность может быть влита и находиться там при условии, что вы поддерживаете все правила, не совершайте аппарат, что вы не так, что это вы одели одежду отрешенного человека и делаете все, что хотите. Народ там даст такую, всю жизнь был в белых одеждах. Но что же с этого? Он высочайший саньяси. Эти простейшие вещи люди не могут понять. Они настолько мудрые, но они, то есть имеется в виду, что они настолько полны знания, но таких простых вещей они могут понять. Я могу доказать, что народ у нас такой, это возвышенный из всех саньяси. Что означает? Это, что все саньяси-враты пришли от Нитянанды, но люди выискивают в нем ошибки. Почему это он выбросил? То есть нарушил саньясу, наверное, А что вы понимаете под саньяса? Это взять в руки данду и получать, собирать пранами от людей? Нет, саньяса означает клятва. Клятва, которую вы даете, посвятить всю свою жизнь служению Кришне. Но и служить Ему таким образом, как хочет Кришна, не так, как хотите вы. В соответствии с желанием Кришны. So you see, sannyas means one kind of resolution that I can dedicate my life for the seva of Nandanandan Krishna or whatever you like. Это то, когда я посвящаю всю свою жизнь Кришне. Делаю то, что Он хочет, не то, что я хочу. Если Верховный Господь скажет вам, давай снимай свою шафрановую одежду, одевай белую. Но у меня же вот мораль такая, то есть возвышенная мораль, то есть я не должен нарушать саньясу. Но все это может быть выброшено. Почему я могу выбросить всю эту мораль, все эти правила? Потому что я люблю Бхагавана. Если мне Бхагаван сам скажет, все это снимаю и выброси это, я сделаю это, и потому что этого хочет Господь. И я даже ему вопрос никакой не задам. Почему ты мне такое говоришь? Я же принял саньясу. Здесь о чем мне люди скажут. То же самое я рассказывал. Что такое
решение. То есть люди, когда они не понимают деяния Махапрабху, они совершают оскорбление, пролиться в ад. Они там ученые, может быть, какие-то философы, но они понимают Лилу Махапрабху, они пролиться в ад. Потому что Нитянанда Махапрабху — это источник всех, всей саньясы. Нитянанда Прабху же не отличен от Гора. Он не отличен от Гора Хари. At the same time, в то же самое время Nityananda Prabhu going to live life according to the desire of Krishna. Ведет свою жизнь в соответствии с желанием Кришны. То, что Шри Кришна читание Махапрабху хотел, то есть желания Махапрабху были законом для Нитянанды. То есть он полностью свою жизнь выстроил в соответствии с желанием Махапрабху. Если ваша жизнь полностью посвящена, так же, как у Наротам Дастакура, Рамачандра Кавираж и так далее, если мы ищем Кришну, они на самом деле ничего не ищут, они вечные спутники, тем не менее. Они вечные спутники. Нарадхана Стакур, все не вечные спутники. Нарахари Прабху, Нарахари Сарака, все они. Нарахари Чамарадулай, то есть Мадхумати, это сама Мадхумати в Кришналиле. So they are, we know, but these children, мы знаем, тем не менее, they are going to, они, they are going to show an idealism in front of us идеальное поведение about how to do Gaur о том, bhajan. Как совершать Гора Бхаджан. Горар ами, мухе болиле нахи чале, горар ачар, горар вичар лоиле пал пале. So many sadhu can be there. Много саду может собраться со всего мира. If you make a combo operation, Если как бы посмотреть на них, то на самом деле вы найдете там одного, двух, трех, четырех, может быть, из всех саньяси в этом мире. То есть если вы посмотрите пристально, вы найдете, дай Бог, четырех подлинных саньяси. Таков статус нашей духовной практики. Таково положение нашей духовной практики в наши дни. Итак, мы сейчас должны поставить наши идеалы, установить идеалы. Это Кришна Бхаджан, Гаура Бхаджан. И в то же самое время Гаурана Махапрабху показывает сам, как совершать Кришна Бхаджан, идеал совершения Кришна Бхаджана. Посмотрите, как совершать Кришна Бхаджан, говорит Гаурангаху. Это замечательная шлока, которую необходимо медитировать. Не просто ходить куда-то и обсуждать прилюдно читать Чайтамриту. Необходимо расикайсахо, обсуждать в кругу расиков, нематериалистов. Поэтому дама, дхама, в дхаме, то есть все тут есть, наверное, все. Наверное, в практике все это совершается, но, конечно, результат — это зеленый банан, то есть нет никакого результата, потому что нет подлинного следования искреннего. Нитай чаран нитто,
Нитайчара, но нитя. Если вы думаете, что лотосные стопы Нитая не вечные, значит, мы Майя. Если же вы понимаете вечное существование лотосных стоп Дьянаны, что все преданные склонены к его стопам, что оттуда они все происходят, все с лотосных стоп, все нисходят сюда, от лотосных стоп. Как Нитянанда говорит, так, ты ступай, ты ступай. И также, то есть таким образом, Нитянанда Прабху их посылает, и Бог себе. Винат Такур пришел сюда, Кешава Госвами Махарадж, Сарасвати. Таким образом, нам необходим образец для подражания, подлинный образец для подражания. И Прабхупад говорил, давайте совершать Харибаджан. Но люди настолько пассивны, все равно, несмотря на все его наставления, например, Прабхупады, из-за аппаратах. Они не могут следовать, они не понимают Варутату. Anytime by speech and later one small you try and see and that one word I can make one small book by commentary. This was the bab there inside your heart, so you speak this way, you write this way. If I cannot do, I can throw my. То есть суть, наверное, в том, что что с сердцем, мы то и должны говорить. Нельзя говорить того, что нет. Why is using this word? I can realize by the mercy of God. I can make one small book. Я, наверное, могу объяснить, почему каждый говорит, что говорит. Допустим, если кто-то в собрании, кто-то говорит какие-то слова, я могу объяснить, почему вот Махарадж использует именно это слово, потому что в его сердце какая-то зависть. Потому что если бы не было у него зависти, то не было бы, не использовал бы этих слов. Я очень легко могу определить. То есть, если я... То есть, если я его попрошу положить руку на шилограмму и подтвердить, что было ли вот это вот нехорошее чувство в твоем сердце, если он скажет, то есть, я очень легко могу определить, что в сердце спикера. Таким образом, нам необходим пример, образец, пример перед нами. В противном случае, мы очень слабые, дживы очень слабые, они не могут продвигаться вперед, не могут развиваться без руководства. Поэтому я не позволяю никакой падхадживе жить одной в комнате. В Мадхе я был тираном. Все западные. Матаджи, они, наверное, я не позволял Брамачари и Матаджи разговаривать без дела друг с другом. Но им тяжело было это все терпеть. Такие строгие правила и предписания они не могли принять, они хотели жить, как они хотят. Хорошо, я вас освобожу. Я вас всех освобожу в один день и делайте, что хотите. Сколько у меня вас? Когда-нибудь я позволю вам жить, как вы хотите. Так, Наротам Такур, Рамачандра Кавирадж, все эти преданные показывают нам, являют нам пример Харибаджана, совершенный пример, как совершать Харибаджан. В настоящее время мы заинтересованы. Хотим узнать о Гауранге Махапрабху. Мы знаем, что, приняв рождение, он проявил Аверпав Лилу. То есть он проявил Лилу. 24 года он жил здесь, в Майпуре. Двадцать четыре года, когда ему исполнилось, Махапрабху пересек Нирдаягар, отправился в Катву и принял саньясу от Кешава Бхарати. Изначально Кешава Бхарати. Вопрос встает, почему же Махапрабху принял саньясу от последователя Майявады, если не ошибаюсь. Нилачала Лила очень сосредоточена
на саньясе. Махапрабху, потому что без саньяса не было бы этой лилы. То есть Махапрабху принял саньясу в Катве. Почему он сделал это? Почему он принял саньясу от Кешава Бхарати? Почему он получил дикшу от Ишвара Припада? Есть множество причин тому. Ишвара Припад высочайший севак Мадхавендра Пурипада. По милости Мадхавендра Пурипада, в ученической преемственности, Ишвара Припад высшая личность, которая обладает полным сокровищем, которое даровала ему Гурудев. Не думайте, что Гурудев не может вознаградить, то есть дать все сокровище ученику, подлым ученикам. Если вы не верите в это, вы Майваде, вы должны понимать, что есть в наше время такие личности, что если вы не верите, что в наши дни есть такая личность, которая знает Сиддханту, которая на таком следует Прабхупаде таким образом, чтобы его сердце полностью проявилось от Сиддханта, значит, вы Майваде, если вы не верите в это, что есть такие выдающиеся вайшнавы в наше время. Я не должен говорить, что такого нет. То есть я могу сказать, что я не такой, я не знаю, где они, но я должен понимать, что вайшнавы присутствуют в наши дни. Так, никто не знает, что такое настоящий Гуру Сева. Все заняты телесными вещами. Даже сейчас, посмотрите на меня, мне уже столько лет, тем не менее, я до сих пор ни одного человека такого не встретил, который полностью посвятил бы себя Гауранге. У всех есть какие-то личные интересы. Ни одного такого, такой личности, ни одну такую личность не встретил. Я видел Гуру Варгу, но это совсем другая история, то есть это совсем другое. Это их жизнь полностью посвящена служению, таких, как у меня, Госвами и так далее. Но я сейчас говорю о обычных людях. Среди них я не видел. Так, возможно, одного-двух я видел. Мадхавендра Пурипад дал возможность Ишваре Пурипаду совершать служение. Я могу бросить вызов, поспорить, что если я сейчас заболею, то все преданные перестанут со мной общаться, потому что они не смогут этого понять. Я материален. Но преданные не могут понять, что такое апракрита. Если Гуру Махарадж развивает, показывает какую-то болезнь, то есть является ли это болезнью, если я не понимаю, что это болезнь апракрита, какой же я ученик тогда? В моей жизни, по милости Гуру Вайшнава, я совершал служение таким Вайшнавам, которые, то есть я служил Вайшнавам перед смертью, перед тем, как оставить тело. Они не было вот, а расстройство желудка и так далее, но я никогда не рак. Один преданный умирал, возвышенный Махарадж, и мне дали все, что жить в последние дни. А если я только о себе забочусь и всем пытаюсь доказать, что я великий севак, это бесполезно. Вы должны доказать, что ваша жизнь посвящена служению Гуру Вайшнава, проверят вас, поместят в церковь, где вы будете проверены. Во много с вами, Махарадж. В общем, много-много разных лил являет Гуру Вайшнава. Мой Гуру Махарадж являет такую лилу, что он лежал без сознания, Шанта, Госвами Махарадж, все они. То есть перед вами вы должны столкнуться с экзаменами, с проверкой, потому что без проверки вам не будет позволено взойти на возвышенную ступень. Вы должны доказать, что жизнь ваша посвящена служению, потому что мы не шутим. Когда говорим Хари Катху, я не занимаюсь нисколько ни в практически, ни в деньгах. Если вы хотите, единственное, что я хочу, чтобы преданные приняли то, о чем я говорю, эту сиддханту в вечер. Это единственное пранами. Я лишь ожидаю, что вы примете эту сиддханту и будете следовать этому в своей жизни. Вы мне не
удовлетворите тем, что не порадуйте меня тем, что даете мне деньги пранами. Мадхавендра Прабху говорит, что Говиндо externally is from low caste. Кто был Сева Махапрабху? Говинда. Внешне он из низшей касты. Кришна Прабхупад ушел, и Говинда пришел к Мадхава Прабхупаду. Простите, он склонившись, сказал, я... Нет, когда... Да. То есть, в общем, его Гуру Падапад, прежде чем оставить тело, сказал ему, ты должен идти и служить Махапрабху. И он сказал, Говинда сказала об этом Махапрабху, и тот был поражен. Махапрабху был поражен. Мой Гуру Дев, Ишвара Пурипад, ты служил моему Гуру Деву, как я могу от тебя принимать служение? Таким образом, Махапрабху дает нам урок. Сарва Мадхачарья был, находился при всей этой сцене, он стал размышлять, что же делать. Какую сиддханту я должен сейчас рассказать, то есть что я должен сказать им на это. С одной стороны, Гуру дал ему наставление служить, но с другой стороны, как он может принять служение. То есть это противоречивые вещи. С одной стороны, ослушаться Гуру Падападу, но с другой стороны, как я могу позволить Гуру Севаку служить мне? И к чему же я должен следовать? Это Сарвам Бхатачарья сказал. Без всякого осуждения. Мы должны принять то, что говорит Гуру Падападма. В противном случае, просто можете прекратить свой баджан. Вы должны следовать в подлинном баджане, вы должны следовать тому, что говорит Гуру Дев, что он говорил. Гуру Дев сказал, все, сразу же мы должны этому следовать. Без всяких размышлений над тем, что он говорит, как военные. Если командир говорит, иди вперед или что-то, исполняй какое-то задание, стреляй, как в Китае, там сражение сейчас с Индрой Синдией. И Тасиси приказал командир наступать, они не могут отступать. Если пойдешь назад, такое правило у военных, если ты будешь отступать, тебя свои же убьют, потому что ты должен следовать наставлениям, приказаниям командира. Только вперед, в любом случае, с твоей же стороны вас пристрелят. И точно такие же правила необходимы в жизни баджана, то есть баджане. No birja, no power, nothing like that. Foolish. Coming in Krishna Bhajan. They cannot do Krishna Bhajan. Krishna Bhajan is not such a cheap thing. Krishna Bhajan — это не какие-то глупые вещи. То есть те, кто не следует этим строгим совершать настоящий Krishna Bhajan. Итак, главное, что Махапрабху показывает нам, что такое служение. Что такое служение Гуру Деву. То есть это первое, с чего я начал. Я хочу говорить о Махапрабху, и это первое, с чего я начал. То есть о Гуру Татве, это естественно, потому что с этого начинается все. Так, Сарвам Бхатачарья дает уникальный ответ. Он говорит, да, Прабху. В действительности, суть в том, что ты должен без всяких суждений, без всяких сомнений немедленно следовать тому, что говорит Гуру Дев. Ты должен принять, что Говинда — твой севак. Что же поделать с вами, Махапрабху? Хорошо. Это, с одной стороны, Бхагаван говорит, это оскорбление, но раз Гуру приказал, что поделать. Ишвара Парипад был совершенным учеником севаком Мадхавендра Парипада, поэтому Махапрабху принял внешнее его прибежище. Действительно, весь мир под... находится у Бхагавана, но он принимает прибежище у Ишвара Прабхупады.
То есть, если кто-то задаст вопрос, почему это он принял саньясу у Гуру Майлады, первый ответ на это Махапрабху много раз из-за своего смирения говорил, даже в Удупе. Он говорил, о, ты не говоришь Сиддханта, потому что ты видишь, что я Майлади саньяс. И Махапрабху шутил с ним, с тем, кто говорил такое. Махапрабху таким образом разговаривал с ними, что вот эти вот майлатская философия, она была разрушена. Ой, спрашивайте Сиддханта Ачарья, ты не говоришь я с ним, что ты видишь, что я майлади саньяси, но ты меня из этого не избегаешь, но Махапрабху хотел установить эту Сиддханту. Удупи, вот, то есть это происходило в Удупе, он общался с... То есть Махапрабху разговаривал с Майлади, он не говорил так, что ты не знаешь Сиддханту, ты Майлади. Вот он очень смиренно говорил. То есть сам Махапрабху, то есть он себя очень смиренно вел, я не могу сейчас это все дословно перевести, но Махапрабху выражал такое смиренное поведение. Итак, Махапрабху принял саньяс от Ишвары, от Кешава Бхарати, того, кто находится в линии Майвади. В действительности он обладал премой в сердце. Первое. Когда Махапрабху из Навадвипа Лила отправился в Гайадхаму, Махапрабху принял мантру, получил мантру от Ишвары Пурипады. Какую мантру он получил, вы знаете? Эй, говорите, какую мантру получил он от Ишвары Пурипады? Какую? Хари Кришна. Махамантра — это Махамантра. Но какую Кришна мантру он получил? Гопала мантру, Кришна мантру. Десятисложный. Глупцы. Тратите свое время повсюду, ездите, тратите деньги, ездите повсюду, глупцы. Hello. Yes, Pastor. Mahaprabhu took dashaksha, 10th syllable, 10th syllable. Махапрабху. 10-сложную Гопала мантру дал, получил от Ишвары Пурипады. Когда же он получил Гопала мантру? То есть, когда он получил эту Гопала мантру, он очень могущественно. Сказано, что если ты ее получил, то ничего тебе больше не надо. Она настолько могущественна. Настолько она сама по себе могущественна, что если вы будете поддерживать чистоту, вы можете постоянно получать результаты от ее повторения. Итак, Махапрабху получил Гопала мантру, Кришна мантру. Поэтому какой он Майлади? Это значит, что он не Майлади. Он же получил эти мантры. А Махамантра, он уже обучал всех повторения Махамантры, потому что Махамантра — это дхарма Кали-юги, то есть она уже была с ним. Майлади сражаются с нами, спорят с нами, говорят, что это такое, Хари Кришна, Хари Кришна. А то что на самом деле, якобы надо ее наоборот надо повторять, а Махапрабху якобы поменял. Майлади утверждает, что Рама должен вначале произноситься, Хари Рама, что якобы должен быть первым. Но это глупости. Кто первый? Это же вечный мир. Это... Кто там первый? То ли Кришна, то ли Рама. Как нам понять? Это же цикличное время. То есть, кто там первый пришел, как разобраться? То ли Рама, то ли Кришна. Прохлад Махарадж. Always I speak. Now I cannot remember. Very nice mantra there. Prahlad Maharaj speaking. Prahlad Maharaj говорит одну замечательную мантру. Hari. А Hari. About.
Бхагаван Кришна. Митхо випаддето гихо вратанам аданта говир вишатам тамисрам пунаха пуна чарвито чарбананам мотирна кисне. Али Махарадж, Прахлад Махарадж is there in Саттаджу. Прахлад Махарадж пришел в Сатья-югу. Ты даже почему он говорит о Кришне, если он в Сатья-югу пришел в Кришна-рупали? Поэтому нет, это глупый вопрос о том, кто пришел первым. Рама или Кришна. Это они вечно существуют, они вечно присутствуют. И также. Почему Прахлад говорит о Кришне? Он же должен на Нарайне, по сути, говорить. Он же пришел раньше Кришны. Это глупости. И Махапрабху учит, это чем он учит, это совершенно. Люди. You are taking from Agni Puran, you are taking from this Puran, you are making compilation. Hare Ram, Hare Ram, Ram. The Mahaprabhu, in some Puran it is written this way. То есть в разных Пуранах говорится по-разному, что якобы одна одна. То есть есть какие-то утверждения в Пуранах, что якобы Рама должна вначале произноситься. Но Махапрабху объяснил это следующим образом. Тут речь идет не о Раме. Рам тут означает Раманат, тот, кто совершает лилы с Радхарани. Это Радха Раман. Раманат. Раманат. Рама ити учате. Раманат. Радха Раман Кришна играет с Радхарамой, поэтому он называется Рам. Таким образом доказано, что он вечно существует и не встает никакого вопроса, что кто первичен. Они вечно существуют, в вечном мире. Говорится, Брикрити Радхани Шактир Экатмана Вопи Дева. We can speak this. That doesn't mean Radha Krishna unification is Go. То есть Радха Кришна совместный аватар, а Радха Кришна это Гора. То есть нельзя думать, там, сказать, что Гора первичен или Радха Кришна первичен. Они вечно существуют. Hello. So which is past, which is it? Eternally present. Радха Говинда вечно существует, и точно так же Гауранга Видаха вечно существует. Кто первый, кто второй, это... Этот вопрос мы не можем задавать. То есть... Ну, что я даю такой вопрос? Так, Махапрабху проповедует Хари Кришна Махамантру. Мантры для повторения. Итак, Махапрабху совершает такую лилу, когда он в Удупе разговаривает с кем-то, он утверждает, что я Майявади Саду. Поэтому Кришна мантра означает, что ты вайшнав. Если ты повторишь Кришна мантру, значит ты вайшнав. Поэтому он называет тебя лишь смирение Майявади. Второй вопрос. Почему Махапрабху принял саньясу от Кешава Бхарати? Это очень важный момент. Внешне он выглядит как Майявади, Кешава Бхарати. В действительности это не так. Большинство преданных тех дней Шанкара саньяси. Но наша Гуру Варга объясняет, внешне кажется, что они майявади. Майявади саньясы, у них экаданда. То есть в одной данде И вот смотрите, уникальность этой сиданты, что внутри одной данды мы видим, что там три данды.
И согласно одобрению Бхагаватам получается три данда саньяса. Кая мана вакья, то, что саньяси, он наказывает свои органы чувств и посвящает их полностью служению Верховному Господу. И вот второе, то, что Кешав Бхарати, он не дал мантру. То есть Махапрабху дал саньяс мантру ему. Махапрабху сказал, что сегодня во сне ко мне пришла эта мантра, и Махапрабху он дал мантру ему. Махапрабху не принял мантру от него, смотрите, а дал ему. Третье, когда этот цирюльник стриг Махапрабху заняло больше 4 часов, поскольку цирюльник, он только брал бритву, чтобы его обрить, и отказывался, плакать начинал, не мог начать. И вот так несколько часов он все собирался и собирался, только собрался, но попадал без сознания и не мог ничего сделать, поэтому это долгое время заняло. И после того, как он обрел Махапрабху, тот принял омовение в Ганге. Я был там лет 15 назад, тоже принял омовение в том месте, сел под тем деревом, где Махапрабху побрили. Но после принятия мантры, люди думают, что Махапрабху принял саньясу, мантру от него, но нет, Махапрабху дал ему саньясу. И другое то, что Экданда, хорошо. И вот мой вопрос в том, Махапрабху, он Верховный Господь или нет? Да. И вот если Махапрабху говорит таким образом, как Майавади говорят Ахам Брахмасми, и вот вчера я говорил об этой шлоке, вы можете получить наказание, очень суровое наказание, смотрите, Ахам Брахмасми, Майдеви может наказать вас. Но когда вопрос мой, когда Махапрабху говорит, что я Ахам Брахмасми, это правильно или нет? Когда Махапрабху говорит, что я Ахам Брахмасми, это правильно или нет? Да, правильно, поэтому он Брама. Это если Бхагаван говорит, что он Ахам Брахмасми, это правильно в его отношении. И четвертое. Согласно Мурари Гупта Карчевы, никогда не слышали даже те, кто пожилые преданные давно в Гауди Матхе, не знают или не знают, я не знаю, можете у них спросить. Махапрабху в Мурари Гупта Карчи, там говорится, Махапрабху, он говорил Нитянанде. Внешне мы видим, на пути к Нилачалу Гуранга шел, Нитянанда шел, все шли. Но в Суварнарекханади или другой реке, Чандрабхаге, поскольку Чайтанья Бхагавати, Чандрабхага, Суварнарека, есть две реки. Но смотрите, наша Гуруага говорит, Вридава Дастаку не пишет ничего неправильно, и другой преданный, этот Кришнадаскара Госвами тоже не пишет ничего неправильного. Если места отличаются, мы должны понимать, что это могло производить в разных калпах, и поэтому места отличаются, и мы должны оставить свое материальное понимание, материальные мысли. Просто Кришну получить не так просто. Нужно оставить все ради Кришны. И вот суть в том, что мы не можем говорить, что Вриндавана Стакур совершил ошибку или Кришнадаскар Госвами совершил ошибку. В Варахаватаре я могу сказать, смотрите там,
Шукадев Госвами, когда он описывая Варахалилу, он сказал: Вараха Дев, когда явился, убил Хираньяксу и спас землю, и все это описано. Шукадев Госвами писал об этом. И чудо, как это возможно? Поскольку когда земля уже была под водой, откуда дети Адити появились? Творение еще не было, откуда этот Вараха появился и Хираньякшу убил? Ну, мы должны понять, что есть два вида Вараха аватара. Один белый, другой черный. Кришна и Шет Варах, то есть это светлый и темный Варах в Мадхуре, если вы были, то могли заметить, там есть их эти мурти. Последний год я не совершаю парикраму из-за отсутствия времени, но раньше регулярно, каждый год Махарадж совершал парикраму, и вот есть там Шет Варах и Кришна Вараха. Первый этот в одну калпу пришел, в другую. И вот Вишванат Чакраварти говорит, что Шукадев Госвами он хотел объяснить Вараха аватару за раз, но времени мало было. Паричит Махарадж 7 дней. Через 7 дней был обречен на смерть, если он слишком долго бы затягивал, то 7 дней бы он никак не ложился. И вот Вриндаван Дас Такур Махарадж говорит о что он, и вот он думал, что уже Гаура-лилу, что он не смог завершить все описание Гора и Кришны, Гора и Нитянанда Лилы, то он вынужден был прекратить, поскольку книга бы получилась слишком большой. Данда. Харикатха means данда. Like police, given данда, no? Харикатха means данда. И вот сейчас таким образом Чандрабага, здесь вот Чандрабага и Сисварна, в общем другая река какая-то, но наша Гурвага, она говорит, что смотрите, может Вриндаван Стакур, он видел то, что происходило в прежней калпе, а Кришидас Кавираш Госвами в этой калпе, поэтому места немного отличаются, но мы знаем. 14-й манвантаре. No, 71 день Брахмы составляет 71 манвантару. И в течение того времени один ману, он умирает. И, в общем, есть эти 14 ману, и седьмое ману, когда он уходит, восьмой приходит, то в то время седьмое четурюги, и таким образом 27 Чатурюга проходит, и вот различные калпы, в различных калпах может случиться. Вриндаван Дас Такур также пишет,
описывает Вастахаран Лили тоже, кто-то говорит, что это здесь, что кто-то в другом месте, дама одна едина, но в одной калпе может случилось здесь, в другой чуть в другом месте. Нельзя думать, что преданные, которые это все описывают, говорят ложь. А мы должны принять Индавандас Таку, может говорить о той калпе, которая явилась в его сердце, он это описывает, а Кришнадас Госвами тоже описывает то, что он видит в своем сердце, которое может было в какой-то другой калпе. И вот смотрите, Махапрабху, когда он принимал омовение в реке Чандрабаге или Сварна река Ноги, это та же самая лила. Но Махапрабху, он Данду оставил Нитянанде, чтобы тут позаботился о ней. И Нитянанда, он очень такой шутливым настроением взял эту данду, и вот Махапрабху пошел принимать омовение, и когда вернулся, попросил данду назад, и Нитянанда сказал: «Не знаю, где твоя данда, мы вместе в общем, из-за экстатического чувства мы упали, и на данду она сломалась на три части. И что же делать? Что же делать? Я взял и выкинул ее. Как выкинул в реку? Да, что делать? Сломалась на три части. Вот вы выкинул. Нет, я не буду с тобой находиться. Единственное, что у меня было, это данда, ты ее потерял, я не могу находиться с тобой, я ухожу. Махапрабху внешне разгневался, но будьте уверены, все желания, которые являются в сердце Гауранги, они воплощаются Нитянандой. Нитянанда являет ту же самую лилу. Он все делает по желанию Гауранги. И вот Гауранга сказал, что единственное, что у меня есть, это моя данда, и тот ее сломал. Все, я ухожу, не буду находиться с тобой. И вот они еще подумали, поспорили на тему, кто первый пойдет. В общем, решили, что сначала Махапрабху идет, а все остальные преданные, они следуют за ним. И вот дошли до Адхараналы, это то место, откуда видно Сударшан чакра Джаганатха. Каждый момент мы должны думать о ней, мы должны думать об этой чакре. А если мы забудем, то майя, она поймает нас, она захватит нас. Мы должны помнить и не забывать эту Сударшан чакру Джаганатха, она может спасти нас. И Махапрабху, он видел, он был уже в Нилачале, и он был в Нилачале, и он там смотрел издалека от Харанала на чакру храма Джаганатха. И вот он смотрел, и Джаганат в форме Гопала танцевал на этой чакре. Махапрабху, он видел этого Гопала, который танцевал там на чакре, как в Калиядаман лиле. И вот с прекрасным ритмом он танцевал. И на чакре. И Махапрабху упал без сознания, и потом очнулся, опять пошел, и вот он достиг Нилачаладхама. Первое, вы уже знаете, когда Махапрабху достиг Нилачала. Вначале всего Махапрабху хотел омыть свои стопы и зайти в храм Джаганатха. Но когда преданные пришли в Нилачал, они сначала... But
Ну вот смотрите, Махапрабху сначала принял решение пойти в храм Джаганатха, а преданные сначала решили выяснить, где Махапрабху, получить его даршан и уже потом идти в храм Джаганатха. Смотрите, он сам Верховный Господь Махапрабху Джаганатха. Что плохого, если бы он не пошел сразу, а куда-то еще пошел? Но Нитянанда и другие преданные, они другой пример явили. Сначала они выяснили, где Махапрабху. Они спросили, видел ли кто-то Махапрабху. Да. Он зашел внутрь храма, а потом упал без сознания. И Сарвабхаума Бхаттачарья забрал его к себе домой. И вот они решили пойти в дом Сарвабхаумы, чтобы увидеть там Махапрабху. Это правильно, если Гурудев там в Нилачале. И Джаганнатх там, куда сначала пойти? Сначала нужно пойти к Гурудеву. И такова Сиддханта. Сначала мы должны пойти к Гуру, получить его даршан, даршан Гуру Вайшнавов, и потом можно идти и смотреть, получать даршан лотосных стоп Джаганнатха. И таким образом Махапрабху вот, и вот преданные не поступили так, а Махапрабху наоборот. Это очень обширная тема, недели мало, даже 7 лет мало. Как Махапрабху, к Махапрабху пришла Рада Бава Манджари Бава. Ну смотрите, Махапрабху не всегда Рада Баву имеет, иногда Бава обычного преданного, иногда Манджари Баву, иногда еще что-то. Я это объясню, попытаюсь закончить за 7 дней. Наша жизнь нестабильна, в любой момент мы можем умереть. И вот Махапрабху достиг Нилачал Дамы. И вот Махапрабху зашел в храм Джаганнатха. И увидел Джаганнатха. Он... И что же видел Махапрабху? Махапрабху видел Махапрабху. Да, он, Махапрабху, он видел Кришну, который обнимает Радхарани. И вот Махапрабху видел, а когда мы идем, что мы видим? Джаганнатха, у которого нет рук, ног, глаз. И что это такое? Это просто, чтобы обмануть нас. Бхагаван, он спрятал себя, что у него нет рук, ног, что он может дать нам. Лучше идите к другу Кали, она может что-то дать. Бхагаван Лила такой являет. И такую форму, чтобы обмануть людей. И вот у Джаганнатха трансцендентные руки и ноги, но это тоже, эта тема тоже в этом. И у Махапрабху различные лилы с Каши Мишрой, Прадьюной Мишрой, с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, с Рай Рамананды, так много бесчисленных лил, и с Говиндой, со Сварупа Госвами, множество бесчисленных лил. Даже Шанкар Бхагаван, если бы хотел какую-то книгу составить, он бы не смог. Поскольку когда Бхагаван он являет какую-то лилу, она может быть объяснена в очень обширном виде, как Шанкар Бхагаван. Какую-то лилу может объяснить более, гораздо более подробно. И вот Махапрабху видел, как Джаганнатха, как Кришну, который обнимает Радхарани. И вот Махапрабху, когда увидел Враджендрананда, на свое сердце он начал, пытался обнять его, Нанда-Нанда, нашу Кришну. Махапрабху не смог больше сдерживаться, он побежал в сторону Радна Симхасана, чтобы обнять Джаганнатха, и вот он. И это не добежал, упал без сознания. Все панды начали гневаться, что тут происходит, кто такой, как он посмел
до Джаганатху побежать, начали бить его. Сарвам Бхаттачарья там был, сказал: «Стойте, стойте, что ж вы делаете, глупцы, не трогайте его». Сарвам Бхаттачарья был известный человек, он был великим пандитом. И вот Сарвам Бхаттачарья сказал: «Хорошо, вот он в моей ваде саньяси, в моей группе, а вроде в моей сампрадае, но какое чувство, какое великое чувство проявления различных бав, это невозможно в моей ваде». В всей этой человеческой вселенной невозможно достичь такой бавы, ее никто не видел раньше. И что же это такое? Нилокенахуй, значит, во всем человеческом мире никогда такого не было. Я вижу эту бабу у него. Кто же он? И после этого Махапрабху, подошел к Махапрабху, и ученики его подошли, вот они взяли его и отнесли в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи. И там Сарвабхаума Бхаттачарьи, он взял какую-то там ткань, очень тонкую ткань, чтобы проверить, дышит он или нет. И вот увидел, что он не умер, а еще дышит. И тем временем Нитьянанда Прабху и все преданные, они обнаружили, что Махапрабху... И вот они узнали от людей, что Махапрабху в храме, в этом в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи, и полной решимости пошли увидеть Махапрабху сначала, поскольку Махапрабху для них и Джаганатха, и все остальное. И вот они пошли в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи и увидели, что там их Махапрабху лежит на кровати, и начали совершать санкиртан, Хари Кришна Махамантру воспевать. И вот после совершения Махамантры они обнаружили, что Прабху, Махапрабху, он какие-то признаки жизни подают. И после этого Махапрабху открыл глаза, пришел в сознание и обнаружил, что все преданные вокруг, они совершают санкиртана яги. Понимаете? И вот смотрите, начало, нилачала Махапрабху, это Махапрабху лила, как он вошел, это нилачала лила, это первое экстатическое чувство, которое явлено Махапрабху. Наивысший идеализм Кришна Бхаджана, наивысший идеализм Кришна Бхаджана, это нилачала Махапрабху. Все его действия, каждый шаг, то, что он смотрит, говорит, сидит, делает что-то, ест, принимает омовение, все, что он делал, это все связано с сокровенным органом Бхаджаном. Я могу все это связать, как в математике. И вот сейчас, сегодняшняя Харикатха, я хочу сделать заключение. В начале всего мы должны думать о том, что мы пришли из дома в поиске Кришны. Мы не должны забывать. Первое, мы не должны забывать об этом. Зачем мы пришли? Зачем мы приехали в Майпур? Кто зачем вас позвал? Вы пришли сюда ради чего? Ради Кришны. Вы не должны забывать об этой цели. Если вы забудете эту цель, то попадете куда-то не туда. Я предупреждаю вас. Вы пришли и ехали издалека ради одной причины. Я не могу идти ни на какие компромиссы. Вы пришли и приехали сюда ради одной причины, ради поиска Кришны, ради совершения Кришна Бхаджана, и ваша жизнь
она должна быть посвящена поиску Кришны. Мы должны искать Кришну, как гопи. Они ищут Кришну из Раса-лила кшетра. Кришна, он исчез. Радхарани тоже исчезла. И все гопи, они ищут Кришну. Где же Кришна? Мы должны помнить это. Наша жизнь, что она посвящена поиску Кришны, а не поиску денег, почета, уважения, каких-то удобств. Сиддхартха Госвами Махарадж написал книгу «Home Comfort» на английском, на русском называется «Домой к Богу». Он написал эту книгу для материалистов, которые заняты всегда какими-то домашними делами. Наша жизнь, она должна быть полностью посвящена поиску Кришны. Мы должны искать Кришну, если мы найдем Кришну, достигнем Его, обретем служение, вечное служение Кришне, то наш баджан завенчается успехом, иначе нет. Те гопи, они ищут Кришну. Они, Кришна — это их жизнь. Махапрабху хочет доказать, что мы очень удачливы, что мы находимся в Сампрадае Махапрабху. По крайней мере, у нас есть возможность осознать, как Махапрабху хотел посвятить свою жизнь Кришне, хотя он сам Кришна. Смотрите, как, с каким чувством, с какой бабой, что он делал, и мы тоже с Гауди Сампрадае, но, к сожалению, мы не столь удачливы, поскольку не можем осознать эту бабу, заняты какими-то материальными вещами. И вот, обретя нектар, если кто-то стремится к каким-то испражнениям, это глупо. И вот наш Тривикра Махарадж, он уже оставил тело, и он жил с моим Гуру Махараджем, Мадав Госвами Махараджем в Чайтанье Гаудия-матхе. И вот Тривикра Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханта Сарасвати, и он очень часто говорил на Бенгале. И вот если вы понимаете Бенгали, вы будете смеяться. И вот он такие слова говорил. Что вот эти свиньи понимают, знают толк в испражнениях только. А обезьяны в бананах толк знают. И ни в чем ином, если какие-то драгоценности дать этим обезьянам, они их выкинут, но бананы, которые стоят 2 копейки, они будут очень рады. И также наше состояние похоже на это, а иногда и хуже, чем у обезьян. Стремимся к каким-то очень дешевым вещам, а суть драгоценности мы игнорируем. И, к сожалению, в этом наше положение, и вот мы должны помнить гопи и их поиск Кришны, и наша жизнь тоже должна быть посвящена поиску Кришны. Если вы подлинные преданные, ваша жизнь должна быть посвящена Кришне, а не каким-то материальным вещам. Все должно быть посвящено Кришне Баджану. Мы должны, если Кришна будет потерян, то что делать со всем остальным? Как Гоки Шаудас Бабаджи Махарадж говорил, что мы потеряли великое сокровище, вы заняты с каким-то рисом, далом и овощами. То есть можно видеть, кто-то слишком привязан к еде и забывает о том Кришне, который потерян.
clearing the chest. Oh, Krishna is going to die. Where is Krishna? Krishna is missing. But we are resting here, taking rest, oh, so nice. Follow. This way we are living our life, devotional life. И вот Кришна, те гопи, они ищут Кришну, и Махапрабху, он показывает, как искать Кришну, и все, каждую лилу я могу объяснить по милости преданных гуру Вайшнавов, я могу попытаться объяснить все. И вот гопи, их жизнь без Кришны очень тяжела, они практически мертвые, и вот они ищут во всех лесах Кришна. Где же Кришна? Куда он пропал? И в Бхагаватам описывается. Вот с одного леса в другой Кришна, они ищут Кришну. Ганасьям. И вот в Раджавасе они так поют. ढूंढते जाए कहां कहां where we can go to search you Ganasyam. Где же искать Кришну? Ганасьяма. Наша жизнь должна быть посвящена Кришна Баджану, ничему иному. И если мы это сделали, то в дальнейшем я могу объяснить о том, как искать Кришну под руководством нашей Гуру Враги и Махапрабху. Это наша цель. И Махапрабху — это наша цель, и так постепенно мы достигнем Нилачал Дамы. Сейчас мы начали эту Нилачал Лилу, и как глубоко мы будем продвигаться, это зависит от этой ситуации и обстоятельств. И это в зависимости от всего этого. Я буду говорить о том, что явится в моем сердце. И вот Шрила Прабхупада говорит, что мы должны находиться в поиске Бхагавана Шри Кришны. Это должен быть наш идеализм, наша цель. Чайтанна чанда чаране курута анурагам. Чайтанна чанда чаране курута анурагам. Ванча калпату русика басинду бевеча. Паситана павана бхавишна бьюн. Any question? Maharaji, we read that Krishna doesn't go through the process of being a baby in Devaki's womb, no? Because he manifests just an illusion that Devaki thinks she's pregnant. What about Mahaprabhu? Does he go? Hear me. Actually, same lila. I already told Jiva Tattva yesterday. И вот я говорил о Джива Таттве вчера. Это же самая лила о том, что Нанданана Кришна, о нем в Бхагаватам говорится. It is written, but about. Но о Васудеве не говорится. About Vasudeva not written. Нанди и Яшоде говорится, Нандатмаджа. Это слово в Бхагаватам. Кришна он Нандатмаджа. Нанда Атмаджа. Сын Нандбабы. Но случай с Васудевом отдельный. Это. Все это как йога-майя. И в итоге Кришна явился с четырех руки в этой тюрьме. И после этого, когда Васудев Деваки, они начали молиться, различные ставы возносить Яшоду. Васудев Деваки, они сказали, если ты явишься так, кто же поверит, что ты наш сын? И Бхагаван сказал, хорошо, вот он стал обычным ребенком. И Васудев Деваки, они забыли о том, что случилось ранее, поскольку если бы они помнили, что Кришна явился в четырехрукой форме, то они не смогли бы любить Кришну как своего ребенка. И вот как Кришна явился в такую обычную человеческую форму, то они сразу забыли, иначе бы любовь не смогла возникнуть, а было бы какое-то благоговение.
И вот, но там их случай отделен. Яшодама, она, смотрите, родила дочь, и это Йогамая и Кришна. Это сокровенно скрыто случилось в Гопалчампу это описывается, и вот была дочь и сын, они явились из чрева Яшоды. Это Бхагаватам описывается. И вот, хотя внешне мы видим, что это как какое-то обычное явление, рождение, обычное рождение выглядит. И так, но все это совершено Йогамая, поскольку Бхагаван Йогамая Санавритам, и все деяния Бхагавана — это лила. И вот мы можем для раса пушти, чтобы получить насыщение расы, мы должны думать, что Нандан Кришна, он сын Нанда Махараджа, он сын Яшоды. И это очень хорошо раса пушти. Иначе это... И вот этот случай, и тот же случай с... Я вот перевожу книгу про Нимая. Сейчас я не так молод, как раньше. Сложно. Раньше я мог сидеть, много делать за раз все. А в то время больше у меня было силы, но все же я пытаюсь что-то делать. И вот эта книга Нимая, если я переведу, будете очень рады читать, я буду прыгать от радости. Hot cake, everybody can. Who read? I'm trying. Actually, it depends upon you all. И вот это зависит от вас всех. Если я вижу, что вы совершаете баджан должным образом, я не буду беспокоиться ни о чем. А если будете меня как-то беспокоить, что я не смогу переводить. Having that seek, we should take it as Aprakrita Leela. So, how to take it? This will take long time because Guru Tattva I am discussing long time. If you go through all Guru Tattva, then you can, like the sloka, I can speak one sloka and one evidence. Point is that. Ответ на вопрос про Guru Tattva. Санатан Госвами пишет в. Брихат Бхагаватамрите. Кришна бхакти шудха панат дехо дайхик висите тешам панчабхоти дехо опи сачидананда рупата. Экстернали, внешне мой гуру, тело Гуру Махараджа сделано из пяти первых элементов. Но вот внешне вроде выглядит так, что Бхактистила Такура из пяти первых элементов состоит, но Санатана Госвами говорит, Кришна Бхакти Шудапанат, если слушаете непрерывно Харикатху, повторяете Харинам, совершаете киртан, танцуете, то что случится? Вы измените ваше настроение и все остальное. И вот Санатан Госвами говорит, Кришна Бхакти Шудапанат. И вот когда вы забудете о своем теле, и будете поглощены Кришна Бхаджаном, то когда вы забудете о всех своем теле и его потребностях, понимаете, тело и его потребности, в тот день, когда вы забудете о нем, не говорю никаких лекций, будьте уверены, если я буду говорить о том, что случилось в моей жизни, вы будете плакать, как я сейчас Махарадж сегодня сидит на Вьясасане и говорит Харикатху, но это не то, сколько страданий я перенес. Вы можете сойти с ума, если услышите обо всем. Гуру Махарадж дал мне одно служение, если люди занимаются политикой, спорят со мной, как-то мешают, то я все равно совершаю это служение, которое дал мне Гуру Махарадж.
Вот сейчас по милости Гуру Махараджа Шрила Прабхупады раньше также говорил Харикатху во Вриндаване и прочих местах, но, к сожалению, много потеряно. Кто-то записывал, но на кассеты потерялись, но и записаны бестолково были. Вот последние, может, лет с 11 года, с 12 года записи на эти Махараджи. И когда мы совершаем санкиртану, когда мы забудем о своем теле и его потребностях, то тогда будьте уверены, ваше тело, оно преобразится, оно станет трансцендентным. Кешам, чобхотик дивапи, externally you can find five elements, body is built up of five elements, but not that. Хотя внешне также будет выглядеть, что тело состоит из пяти первоэлементов, но оно примет духовную форму. Если тело Вайшнава не трансачитананда, не трансцендентно, то это один из показателей, что Вайшнав не настоящий.